Все больше таких объявлений на улицах городов и поселков региона. Все чаще задерживают, отменяют авиарейсы. Киренск, мама, Усть-Илимск. Попасть туда и улететь обратно не получается из-за плотной дымовой завесы. Виной всему лесные пожары. Пелена накрыла 33 населенных пункта в 5 районах. В Киренске и вовсе уже не первый день в воздухе фиксируют превышение предельно допустимых концентраций оксида углерода.